от стетоскопа к гирям. Студенты-медики накануне соревновались между собой в разных видах спорта на мероприятии «Наши надежды». Это ежегодная общевузовская акция для первокурсников медицинского университета. Участники мероприятия соревнуются в беге на дистанции, прыжках в длину, в подъеме гири, отжимании и проходят тест на гибкость тела. В завершении праздника студенты попытались обыграть своих преподавателей в футболе. Учащиеся с наиболее высокими спортивными показателями могут претендовать на повышенную стипендию и шанс представлять Алтайский край на Всероссийском студенческом фестивале в Москве. Прежде всего, это делается для того, чтобы сменить вид деятельности. Учиться в медицинском университете очень тяжело, и для того, чтобы головной мозг отдыхал, необходимо питаться кислородом, а для этого необходимо делать различные упражнения.